Итак, всем большой привет, всем, кто меня знает. Напомню, у меня год назад был такой ролик, когда мы были в Грузии в том году. Также примерно в июле, да, мы были, в августе. И там был ролик на тему, как бросить пить. Вот. И сейчас как бы небольшое продолжение, вторая часть. Вторая часть и даже как бы и открытие нового сериала. Вот, как бросить пить, и не только про здоровье. Сейчас сразу же расскажу, что один из способов бросить пить – это получить путевку. Вот. Ну, не на Бали, там, не на Канары, куда там еще ездят отдыхать, Таиланд, а получить путевку в Институт сердца. Вот. Ну, понятно, что не просто так путевку эту получают, ее зарабатывают. Ну, кто как. Ну, в общем, получить путевку на операцию сердечно-сосудистую, хирургию. Вот, и буду рассказывать по ходу пьесы, как все это, какие симптомы, как это получилось, как я сдавал диагностику, как вообще это все выявляется, насколько это сложно будет постоперационная жизнь. Вот. И есть ли жизнь вообще после 49 лет, когда тебе делают операцию такую серьезную. Ну, это ничего страшного, у меня у брата такая операция была, многие скажут, 49 это рано такая операция, но у меня у брата выявили ишемическую ИБС, да, ишемическая болезнь сердца, ну, замена шунтов, вообще в 35 лет, поэтому тут, как бы, в первую очередь, наследственный фактор, ну, плюс накопительный эффект наших привычек, вредных и невредных, питания, в общем, среда обитания. Так что едем, сейчас уже кто не верит, я уже покажу оттуда, когда уже приемное отделение. Так что всем пока, следите за сериалом. Поехали.